Сегодня, здравствуйте, дорогие друзья, сегодня я снимаю видео о своем молочае трехгранном, вернее о том, как я буду его укоренять. Вот посмотрите, вот это вот мое дерево, сильное солнце, правда. Я вот снимаю, видите, оно просто огромное. Потолки у нас в доме 3 метра. Вот. И видите, не знаю, видно, вон дерево уперлось в потолок. Вот, уже его мы обрезали. Вот на фоне двери, вот видите, как он уже выше двери намного. Вот. Вот это вот, грубо назовем, наше маточное дерево. Хотя я не отсюда росток сроду взяла. Вот, и видите, уже горшочек маленький для него. И мы купили уже большой, огромный горшок. Только еще не представляю, как мы будем это пересаживать. Вот, сейчас покажу вам. Вот этот горшок на 50 литров. Ой, даже он не входит тут в камеру. Огромный, огромный горшок. Вот в него мы будем пересаживать этот молочай. Так, и вот эти вот еще два растения. Это детки, взятые именно с того высокого молочая, которое сейчас только вы видели. Вот. Здесь вот даже видите, вот она идет, обрезана была. Вернее, даже это получилось как ветка эта сломалась, мы что-то передвигали. И вот она, видите, неровный край. Мы ее разделили на две части. Это тоже вот обрезано. И вот, так, вот такие. Вот. И ну, вот этому-то я смотрю, места достаточно еще. Я сажала даже не в этот горшок сразу, а был горшок поменьше. Вот. И этот был поменьше, типа стаканчика, для укоренения. Я вот уже смотрю, что вот это, ну, как бы молочай, он уже большой. Даже можно немножечко сделать сверху тут обрезку, чтобы он снизу дал боковые еще ветки и был более такой зрелищный, скажем так. Вот. Теперь, что я хочу сделать. Вот я обрезала еще кусок молочая. Вот, видите, обрезала я его где-то часов, кстати, 12 назад. Я просто случайно про него забыла. Вот, для чего я обрезала и положила, чтобы он, вот этот срез, чтобы он подсох. И, значит, здесь он выделяет сок. И лучше будет укореняться. Для укоренения я взяла небольшую такую емкость, такой горшочек. Вот видите, он старый, бэушный. Я пока это будет укоренение. Для чего? Большой горшок и не хочу, потому что вот уже этому надо делать перевалку. Сразу большой горшок я не сажаю, а по прошествии какого-то времени делаю перевалку. Вот этому молочаю, скажем так, ну, полгода. Полгода. Даже больше, вру. Месяцев 8. Вот. А вот этому поменьше, потому что это вот из кусочка, этому вот этому полгода где-то. Он уже, видите, в рост пошел хорошо. И у меня еще таких их несколько. Вот. Ну, сейчас будем сажать наш, укоренять наш молочай. В этот горшочек